Дим, очень большой интерес вызывает твой возможный бой с Геннадием Головкиным. Скажи, пожалуйста, вот твой бой в Штатах, намеченный на март, может ли он состояться с Геннадием? Ну, это, наверное, не мне надо адресовать вопрос, а людям, кто занимается переговорами. Я потому что сейчас основной акцент делаю на тренировке. Хочется узнать, как мой организм отреагирует на это. Поэтому на Кирилла вообще никого этот вопрос адресовать. Я надеюсь, что это так. Я готовлюсь на март. Но по сопернику пока не ясно. Я знаю, что переговоры ведутся. Более того, мне надо с Кириллом будет увидеться и вообще поговорить по этому поводу. Так скажем, что Гена – это сильный для меня раздражитель. Мне интересен этот бой. А как ты... Вот он за последнее время, наверное, набрал. Как ты вообще оцениваешь? Опыта? Ну, опыта. Опыта у него и так было. Вагоны, маленькая тележка. Да, как ты вообще... Профессионального что-то. Как ты вообще оцениваешь шансы? Вот вы немножко разноплановые. Ты более такой, как говорится, гнущийся боксер. Технично он более такой. В плане шансов, да. Это на самом деле сложный вопрос, как я могу оценивать шансы. Если бы я не чувствовал, что у меня там есть шанс выиграть, я бы там вообще не выходил, понятное дело. Поэтому как, что значит оценивать шансы? Я знаю, что если этот бой состоится, это будет очень интересный бой. И не только со стороны зрителей, но именно и боксировать интересно. Спасибо. Всем привет.